Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Комику Максиму Галкину «Звездочка» отменяют его же концерты в разных странах мира. В этом свою роль сыграла политическая позиция артиста, рассказал политолог Сергей Марков. То есть Галкину «Звездочка» вернулось то, что он, этот враг свободы, хочет другим. Справедливо. Галкин, «Звездочка, приезжай в Донбасс. Встань на колени перед народом и проси у него прощения за свою поддержку фашизма и геноцида», обратился к юмористу Марков. В своем телеграм-канале он рассказал, что покинувший родину Галкин «Звездочка» поддерживает политические репрессии против России и неофашистский режим на Украине. Галкина «Звездочка» уже не пустили в Индонезию, где должен был пройти его концерт, что может говорить о последствиях политической позиции артиста в отношении России. Комик также выступает за запреты на передвижение в отношении тех, кто поддерживает спецоперацию. На прошлой неделе концерт юмориста отменили в Таиланде. Ранее он признался, что начал бояться приезжать в арабские страны и Таиланд. Причиной послужили мысли о том, что его могут отравить или передать российской стороне. Новости о возможном отравлении Галкина «Звездочка» прокомментировал бывший депутат Роман Худяков. Он считает, что опасения артиста излишни и его значимость как публичной личности преувеличена. Ранее «Федерал Пресс» рассказал, что правоохранители проверили соцсети Галкина «Звездочка» и Пугачевой на наличие фейков об армии России. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!